поговорим о восхитительном мультифункциональном средстве, которое не так давно появилось в ассортименте Maytan. Это масло мультиуход для всех типов кожи, для лица, волос. Подходит оно абсолютно всем, как маленьким детям, так и взрослым. Давайте поговорим о нем поподробнее. Вот такая красивая стильная коробка, в которой просто кладезь витаминов и различных кислот. То есть здесь чистое масло виноградных косточек. Представляете, вот столько чистого масла. Вы его можете применять как чистое масло, можете сюда капать аромамасла и делать потрясающий массаж, а можете добавлять капельку этого масла в ваш любимый уходовый крем, и вы получите очень хорошее питательное средство. Вы можете наносить не только на кожу, можете наносить на губы. Это тоже очень хорошее питание. Вы можете наносить на волосы. А что касается ухода за волосами, наносите не на корни волос, а на всю длину волос. Это точно так же будет хорошее питание. Что касается ухода за кожей тела, наносите после ванны, наносите перед тем, как вы пойдете загорать. Загар будет ложиться очень ровно. Но еще это потрясающий продукт для самомассажа дома. Вы же хотите, чтобы все наши линии красоты всегда были вверх, да? Никогда не опускался носогубный треугольник, никогда не было складочек межбровки. Все наши стратегические зоны всегда были под защитой. Вы себе можете помочь, это очень легко. Для этого нужно ваше лицо, ваша шея. Для этого нужен один флакон вот такого масла и буквально несколько минут вашего времени. Давайте посмотрим, что можно с этим сделать. Наносим масло, его нужно разогреть предварительно в руках. Нагреваете. И потом руки прикладываем на очищенную кожу. Первое упражнение. Мы будем убирать лимфу. Давайте сначала нагреем лицо. Вы уже нагрели масло, нанесли на кожу. Вот такими движениями ведем к виску и опускаем вниз. Вот это движение повторите 3 раза. Чтобы убрать мешки под глазами, тоже это сделать очень легко при помощи нескольких движений самомассажа и нашего масла с виноградной косточкой. Ставим пальцы вот сюда и вот таким образом 3 раза проводим по кругу. А дальше от внутреннего угла к внешнему и уводим все лишнее вниз. Если вы сделаете несколько раз такое упражнение, у вас не будет никаких одутловатостей и мешков под глазами. Коррекция овала лица. Для кого это важно? Для всех. Точно так же наносим руки на лицо и ведем к вискам, а дальше вниз. Делайте это движение 3 раза. Убираем второй подбородок с большим натяжением, ведем вверх, потом к вискам и повторите это упражнение тоже 3 раза. И еще одно упражнение для лифтинга. Опустите лицо, наложите руки и все подтяните к ушкам, к вискам. Потом поднимите лицо. Что мы сделали? Мы запустили поток лимфы, и мы поработали со стратегическими зонами, которые всегда оставляют желать лучшего. Если вы сейчас повторили за мной хотя бы по 3 раза, вы уже почувствовали, как заиграла кровь. Что такое масло мультиуход? Я очень люблю говорить. Кому? Всем? От чего? От всего. От мала до велика. Своим малышам увлажняйте и питайте кожу. Себе? На волосы, на лицо, на шею, на зону декольте, на все тело. Питайте и увлажняйте кожу. Заботьтесь о ней, проявляйте заботу. Пользуйтесь продукцией Maytan с удовольствием. Будьте ухожены и будьте счастливы.